что сказать, в принципе. Не забили свои голы, моменты, которые были. Они забили, вот и все. У них был шанс там один, они реализовали его, мы нет. У нас и в большинстве не получается уже второй матч к ряду. В чем проблема? Будем работать на тренировках сейчас, может где-то попроще там сыграть через броски. Посмотрим, сейчас у нас будет 2 дня. Я думаю, поработаем, тренера нам объяснят, как играть. Сейчас с наставником гостей Александром Гулявцевым разговаривали, он сказал, что ему показалось, недооценка была слабоватым соперником. Так было? Нет, я бы не сказал, что недооценка. Мы вышли так же, как и на те игры, в принципе, настроенные. Просто, может быть, когда ты не забываешь, там какие-то моменты у тебя, ну, начинаются нервы какие-то, может, где-то похладнокровнее, может, надо было сыграть, я не знаю, попроще. Закончилась домашняя серия, впереди выезд. Насколько команда готова к нему? Мы сейчас отдохнем и потом поговорим с тренерами там еще раз перед поездкой. Я думаю, все хорошо будет. Поем, силы есть как бы. Будем биться до конца со всеми командами, которые будут там.